Ребят, я безумно рада вас видеть. Я очень рада знакомству с вами, потому что именно вот как раз выездное мероприятие дает такую шикарную возможность пообщаться, в том числе и с семейными парами. Максим, подскажи, пожалуйста, как ты вместе со своей женой оказался в этом прекрасном бизнесе? Ну, в 2016 году мне рассказали про идею UDS. Мне история, ну, как говорится, я ее рассмотрел вообще как просто бизнес-возможность для себя, как альтернативное направление, потому что я до этого занимался малоэтажным строительством. И на протяжении 6 лет, когда я работал, я под конец начал выгорать. То есть я начал понимать, что деньги есть, времени нет. То есть я начал смотреть другое направление, рассматривать, что есть на рынке. Почему-то история мне IT очень сильно откликалась. На тот момент очень сильно качало вот ВК, там Павел Дуров, то есть это IT-направление, то есть я в этом где-то, ну, что-то смотрел, но ничего на рынке как бы не нашел. И вот в конце 2016 года мне поступило предложение с UDS, я начал в этом разбираться, и мы в этом бизнесе с Аней познакомились. В этом бизнесе. Слушайте, как здорово. Как отреагировала Аня на появление такого интересного парня в таком интересном направлении? Ну, Аня как отреагировала? Мы начали с ней работать, я начал ей помогать, проводить встречи с предпринимателями, ну и, как говорится, вся эта история закрутилась. Потом мы поженились через год, да, и сейчас делаем совместный бизнес, то есть Аня мне во всем помогает, больше работает с клиентами сейчас, я занимаюсь партнерской сетью, работаю также с клиентами, вот семейный тандем работает. Слушайте, восхищаюсь на самом деле, потому что как раз вот такое, такой союз не только любящих и любимых людей, а еще и партнеров по духу, по направлению. Я думаю, это как раз тот самый успех, да, внутри вашего, даже можно сказать, маленького бизнеса. Сейчас вот ты сказал о том, что был в предпринимательстве, боялся выгорания. В итоге пришел в сетевой. Неужели у тебя, как у линейщика, у предпринимателя с стандартным мышлением, да, не возникло какого-то отторжения, вопросов каких-то? Ну, это вообще как бы я то есть этим бизнесом уже занимаюсь 5,5 лет, и на начальном этапе, когда мне сделали предложение, я даже до этого, мне тогда было 28 лет, я до этого никогда в жизни не встречался с сетевым, и когда мне объясняли, что это сетевой бизнес, я был удивлен, какая крутая модель. То есть я сейчас вот понимаю то, что на чистый диск записали правильную информацию. То есть, да. И я начал в этом начал разбираться. То есть у меня вообще никогда опыта не было, потому что я даже не мог примеры привести других сетевых компаний, потому что у меня никогда в жизни предложений не было. Да, причем мне сказали, что сколько лет? 28. Говорю, ты опасный человек, говорю, почему тебе не предлагали? То есть либо ты слишком там странный человек, либо ты достаточно. Ну, я потому что бизнесом занимался, мне некогда вообще было. Ну и ребята, наверное, окружение видело то, что я пределе, как говорится, весь этим горю, и мне никто не предлагал. И когда я узнал, разобрался в этой модели, я просто увидел, что это безграничные возможности, масштабирование, это все, ну это круто вообще, это прям, я искал, наверное, это, да. И я начал разбираться в этом, углубляться, детали и так далее, и так далее. Сейчас я здесь. Вот теперь про детали, посмотри. Одно дело строительство, когда есть что пощупать, есть что создать, да, и клиенты видят результат твоего труда, а тут IT-продукт. Я так понимаю, что ты с IT-бизнесом или IT-направлением никогда не сталкивался? Я вообще гуманитарий, то есть я вообще не человек, не цифр. Ну, вот стройки... Ты уловил вот именно, что это программное решение, что это вот IT-возможности, цифровизация, много вот этих сложностей? Я вообще увидел просто то, что на этой идее можно заработать деньги, и емкость рынка, она безграничная. То есть я просто вижу, что это будет расти, это будет развиваться. Стать профессионалом – это вопрос просто времени и отношения, как... Насколько глубоко ты в этом будешь, это изучать. То есть я четко понимаю, сейчас 33 года, я четко начал понимать, если захотеть, можно профессионалом стать в любой сфере, да. Здесь просто нужно уже сфокусироваться на этом и начать просто, делать правильные системные действия, все. Да. Я просто увидел емкость и увидел, сколько на этой идее денег можно заработать. Да. Слушай, вот сейчас слово «системность» как раз вот мне откликается. Когда я начала общаться с тобой, я увидела, что ты действительно очень системен. Ты очень собран и всегда как-то сфокусирован на основных вещах. Ну, наверное, поэтому у тебя так быстро получилось разобраться в продукте. Да? То есть ты стал прям примером для предпринимателей, что вот я делюсь этим опытом, вы можете это использовать.
из продукта в построение масштабного бизнеса, да, вот именно в построение сети. Угу. Насколько был комфортен этот переход? Ну, я когда начал этим бизнесом заниматься, мне очень важно было понять, что я предлагаю. Да, потому что до этого никаких-то программах лояльности, вообще об IT-сервисах, там, то есть я не разбирался, я начал углубляться в этом. И когда я углубился, я реально понял, что наш продукт помогает предпринимателям оптимизировать расходы. А мне как предпринимателю, то есть я никогда не работал в найме, я четко понимаю, сэкономленный рубль, он лучше, чем заработанный. Почему? Потому что налог платить не надо. Конечно. Да. И в этом класс, и предприниматели начали давать обратную связь, что говорят, ваше решение, оно крутое, и оно не стоит тех денег, которые вы за него просите. То есть, да, то есть это, говорит, в разы дороже стоит. Угу. И когда я начал это понимать и начал работать с предпринимателями, но я пришел в партнерство именно в... масштабирование, да, тоже по причине того, что я начал в этом маленечко выгорать. Потому что это работа с предпринимателями и с клиентами, это как самозанятость. Я в этом круто разобрался, я в этом стал профессионалом. Угу. Теперь я начал, мой взгляд упал на партнерскую программу. И я начал понимать, что если я здесь стал профессионалом за короткий период времени, и у меня не было никогда до этого опыта сетевого бизнеса, партнерских программ, вопрос просто времени и насколько я сфокусируюсь в этом. И я сейчас последний год активно в этом развиваюсь, и я считаю, что хорошие результаты у меня сейчас. То есть это всего лишь год можно активной работы, а будет 5, 6, 10 лет, конечно. Там через 5 лет можно стать профессионалом абсолютно в любой нише. Вопрос, сколько ты времени просто тратить будешь. Все. Восхищаюсь на самом деле твоим спокойствием и таким планомерным движением. И сразу создается впечатление, что ты постоянно работаешь. Получается ли вот в этом объеме, с разницей во времени, ты живешь в Иркутске, насколько я понимаю, да? Как ты успеваешь это все дело? То есть это же большой международный бизнес. Как улавливать связь с другими городами, разными часовыми поясами? Что помогает? Ну, здесь вопрос в наверное, тайм-менеджмента, да? То есть я вот сейчас вот определился, то есть многие говорят, что вот у меня, уникальный подход, то, что я работаю и с продуктом, и работаю и с партнерами. Я просто разграничил время работы. То есть я в свой день внес систему. Все, что связано с клиентами, я работаю только до 12 часов дня. То есть если у меня ни одна компания, насколько бы она крупная в регионе ни была, она не может меня пригласить на встречу, то есть я не приеду на встречу после 12 часов. То есть я говорю, любой другой день, даже воскресенье, но до 12 часов. А после 12 часов я занимаюсь работой с партнерами, встречи там, и так далее. То есть все, что связано с партнерами нашими. И на начальном этапе было сложно, потому что там вот это передвижение времени, крупная компания хочет, чтобы я в час приехал. То есть я как-то за 2 месяца вот этого начала работы, я привык к этому. И окружение привыкло, и партнеры мои привыкли. Да, и они мне до 12 тоже не стараются трогать, да, потому что я вот работаю в этом ритме. Есть договоренность, да? Да, и договоренность. А с другими-то городами как? Это ж надо постоянно выезжать? Или как? Работаю онлайн. После 2020 года, все поняли, что можно работать в онлайн. И я работаю онлайн и с предпринимателем, также с партнерами. Все онлайн. Можно поговорить, просто разница в экран смотришь или просто ты в глаза смотришь человека. Все то же самое, онлайн все проще. И я когда начал понимать, до 2020 года я не понимал, что у меня онлайн-бизнес, потому что мне нужно было всегда выезжать куда-то. Но после 2020 года, пандемии, когда это все началось, я перестроился в онлайн и сейчас понимаю, какая разница, вживую с человеком встречаться или разговаривать, используя видеосвязь. Все круто, да. Отлично. Теперь у меня онлайн-бизнес. И экономия времени. Да, конечно, экономия времени. Немножко об отдыхе. Знаю, что этим летом у тебя случилось несколько таких интересных подвигов в твоей жизни, связанных с водным пространством. Расскажи, пожалуйста, где отдыхал и как проводил время в августе месяце? Могу даже предысторию маленько небольшую затронуть, того, что я раньше вообще не отдыхал. То есть я в 23 года начал заниматься бизнесом, я первый раз отдохнул, наверное, в нашем бизнесе, когда это, наверное, был 2020, наверное, год. То есть до этого у меня были какие-то небольшие отпуска, 1-2 дня, да. То есть сейчас я начал больше отдыхать, и я сюда даже приехал практически за неделю раньше. То есть я съездил в Абхазию, мы там съездили в скайпарк, попрыгали, отдохнули, то есть я реально отдохнул. И в августе мы ездили в Конаково, это лидерская поездка была.
я там первый раз стал на вейкборд. Это было круто. Это было прям реально круто. Нечто это, новое. Да, такое, нечто да? новое, но при этом ну, я реально кайфанул. Да. И, мы, я, и сейчас вот ценность для меня в том, что те мероприятия, которые организовывает компания, я всегда там. Да, и я всегда там буду, потому что это, ну, я договорился сам с собой. Ни одно мероприятие компании не проходит без меня. А наша компания умеет делать вот эти вот крутые мероприятия, вот даже как вчера. Да. Да. Мы вчера на квадроциклах катались, ну, круто же. Да. И вот я сейчас как раз ты заговорил про Конакова, я сейчас вспомнила, что как круто ты смотрелся на яхте. И регата, мне кажется, да, тоже внесла какой-то особый, наверное, особую атмосферу, особый какой-то настрой, в том числе и в командной работе. Да, это же не было просто какими-то покатушками, это была настоящая регата. Да, соревнования, это круто было все. Слушай, ну замечательно, что ты смог поделиться этим опытом. Всегда приветствую очень спокойных, уверенных в себе мужчин, ну и рядом с такими прекрасными женщинами. Рада пообщаться с вами, друзья. Спасибо.